И всем привет, с вами сегодня буду играть в Brawl Stars. Майское обновление. А, вот этот вот новый персонаж, я знаю, знаю. Ретрополис, чё, новый боец? А давайте посмотрим. Я, наверное, это смотрел, да? А, чё я смотрю, стоп. Чё-то сейчас было, ладно. Я что-то там посмотрел. Уж не прям... Пригласил сразу, отклонили. Жека. Награду за поимку. О, моя любимая. Как так ударить сначала? Я надеялся, что какой-нибудь новый персонаж выпадет. Но нет. Ну ладно. Так, спасибо. Сверхредкий за 80 тамаз. Дорого тебе. Ладно. Так, ну короче, я обожаю награду за поимку, поэтому го играть в эту игру. Обожаю, наконец. Тут этот сейф дурацкий, я его сейчас зафармлю. Так, у нас сильные враги, ну и у нас сильный тиммейт. А еще вот тут вот такие кустики. Если еще сломать вот это вот и сломали сразу. Хорош. Лол, бедняжка. Ай, ну меня тоже убили. А мы все проигрываем. Это плохо. Сейчас решили, ты что там так тащишь, что во-во-во. Легче. Я помогу, нормально. Тащим. Давай, у него 8 хп. Хорош. Нормально вообще. Мне нравится. Тиммейт офигенный. Ай-яй-яй, полегче. Обожаю. Так, тут так испалился. Ну ладно. А, ну тут все кустики срубили. Ну, кустики. Нет! Меня сейчас убьет Роза. Оу, я. Чё ты, чё? Иди сюда! Ё-моё-моё-моё! Что происходит, а? За меня у нас отрыв немного от этого, все боюсь. Там живем пока что. Блядь, они выигрывают. Нет! Это было очень эпично. Надо выйти. Так что с бойцами у нас тут? Декс. Тара, что это такое? 1000 трофеев за 2000, за 3000. Жесть. А у меня всего лишь 500. Кстати, за 1000 еще столько же осталось. Сможет победить. Так, главное робота охранять, но он там что-то бегает. Нет. Так, я боюсь, что это не надо. О, троллька. Здравствуйте. Кроза, фу. Хотел, я вас убью. Так, валим. Ай, ударили. Больно вообще-то. Прямо под выстрел. Больно, больно. Фу-фу, как мало хп. Валим! Хорош, все пока что идет по плану.
Тут главное прорубить, и тут я буду теперь всегда тусоваться, пытаться, по крайней мере. Я так тут буду ждать свою жертву. Например, как сейчас. Ну как, короче, как так. Я буду делать. Как я уклоняюсь? Мы выиграли. Тут даже не о чем говорить. Мы просто изи выиграли. Изи wins. Ждем. Че, прям сразу побегу к звезде. Мега тактик сразу сбивать в середину. Иди сюда, Роза! Бычара, где там мой бычара? Где бычара? Я на все понятно. Давай, ой. Ты что, издеваешься, вали отсюда? Нет, я не успела улететь. У них тебе супа силы потратилась. Фух, она у меня не потратилась. Иди сюда. Давай, мы его убьем с тобой. Пройдемся. Так и знал, что у меня супа сила. Это что, он сейчас пытается убить. Ну что, я тут стою, прячусь. Давайте, подходите. Ладно, лучше в тех кустиках тусоваться. Там лучше. Воу-воу-воу-воу-воу! Это гвоздка-то. Гвоздка. Шикарно, аж в кустике сломали. Так больно? Ай-яй-яй-яй. Ты чё, полегче, алло. Ой, чё? Ну ладно, убьём сейчас. Ступаем. У нас поровну. Нельзя этого допустить, то, что у нас пор. Смотрит на меня там. А, палим. Нет, фу, плохая роза. Угу. Стоп, мы проиграем, чё я ржусь? Нет! Так, что-то мне не везет, мне это не нравится. Выход. Заход кристаллов. Вау. Тактика. Надеюсь, тиммейты будут нормально. Это самое главное. И сейчас нужно купировать середину. Понятно, тиммейты у меня, по идее, не нормальные. Ну да, у них вот команда офигенная, они сейчас на изи оккупируют середину. Хотя, я, конечно, попытаюсь что-то сделать. Ё, мои тиммейты вообще, где тусуетесь? На, убили. Ладно, буду вот так же, как и вы, так тусоваться. Станет меня. Меня убили.
выигрывай. Улетаем. Тварь, убей его. Я сейчас появлюсь, нормально все будет. Нормально, нормально, тащим. Приняем. Хорош, хорош, хорош. Маля, прикрыла. Маля, нормально, нормально, тащи, тащи. Хорош, тиммейт офигенный, беги. Хорош. И скоро могу открыть этот большой ящик. Бля! А что там у меня дальше идет? Там деньги, да? Это большой ящик. Ну, как-то все понятно. Не особо классные вещи. Я бы хотел получше. Ладно, еще хочу большой ящик. Как эти звезды получать? Я просто говорят какие-то жетоны, как их получить и так далее, не говорят. Бывает ненормально. Так, все, давайте быстрее. Угу. Тиммейт... Мне кажется, мы победим. По крайней мере, с первого взгляда тиммейт хороший. С первого взгляда. Так, стоп, я уже вроде как подобрал алмаз. Эль Прима. Ах, ты ж Эль Прима. Ты забрал мой алмаз. Ну все. Иди сюда! Слышь? Два! Ты вали отсюда. Хотя я бы с тобой под... Хотя у него больше хп, ничего себе. Он по прокачению меня даже что-то не верится мне. Понятненько. О, кстати, того было убили, который сильнее меня. Тик минет. Сунься на серединке. Да, у меня есть идея, мы с так валим. Да. Так, у меня есть куда делаем мазов. Так, Эль Прима валяется. У меня 4. 5-5 у нас. Хорош, у нас больше, чем у них алмазов, хоть не нравится. Нормально вообще? Ну где там тусуются, лол? Ну не нас боятся. Я их сам, честно говоря, боюсь, и они нас боятся. Что, обнаглел? Мне чуть не убил. Крутяк. Фух. Это я понимаю. За такого определенно даже не лайк поставить. Ладно, гоу. Гоу. Так, что тут у нас? Прячь тут за алмазом.
Так, 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 чё там? Полегче. Стреляют тут, главное, проверяют, есть ли кто в кустах или нет. Сейчас зайдут такие, проверь. Хм, никого в кустах нет, а я там кое-где спрятался. Алло, ну идите в кустики. Знаете, как любят браться в таких кустах, там, где обычно все челики, у которых много алмазов, прячутся. Я такой, здрасте, здрасте. Вот. Алмазик мой. Плюс мой это алмазик. Мой. Нет, 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 нет. Меня убили. Я обиделся. Ну ладно. Так, это мне не нравится. Прячься. Они думали, что я такой наивный. Не-не-не. Как там? Я не такой наивный, вы не подумайте. Прячься. Проиграли. Ну ладно. Я буду играть. Опять Блэд. А что это такое? Я не понимаю. Везде Блэд, Блэд, да? Не понимаю. В чем прикол? Ё-мо. Какие они мощные. К отходам. Вот все в кустике. Так, он мне этот бум не нравится. Сейчас постоянно так. Все, вернулся. Убиваем розу. Так, у кого много? Нет. Хорошо, 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 это подвал нормально. Идет мега битва. Хорош, хорош. Держись. Идет подмога. Давай, давай, давай. Подмолвич. Где он прячется? Так и знал, так и знал, так и знал, так и знал. Знаете, такое для меня неприятное чувство, когда ты нашел челика, у которого много алмазов, тебя убили. Ты как бы никак не можешь сообщить твоим тему это, что он здесь. Очень жалко. Ну ладно. Мы старались. Еще раз. Я хочу, чтобы мне выпал новый перс. Ну, вообще, что-нибудь крутое выпало. Мы официально проиграли. Не, реально. Вы видели нашу команду? Нет. То есть, нашу, хоть... Здрасте, до свидания. Да. Изи. Так, Роза, иди сюда. Я только думаю, опа-на. Тут не опа-на. Лол. Ой! Я спалился. Ладно, сейчас, наверное, в другие кустики пойду. Что эти уже немного покоцаны. А вот эти нет.
И боюсь то, что она ко мне идет. Такой, ноу. Сейчас я готов принимать вас. Жди. Ничего с ним творим. Здрасте, тот тоже. Пытался не подавать виду. О, на мне Соня. Как я буду теперь играть? Она атрофировала мою руку, которую я хожу. Вообще тусуюсь. Понимаете? Я реально еле хожу. Не, я реально вам говорю. Я еле хожу. Еле стреляю. Соня. Мы проиграли, Сонечку. Иди, моя няшечка, сейчас я покажу на камере это все. Вот она на моей руке. Короче, все вам показал. Все, я справился, короче. Я убрал свою руку. А, я больше не могу играть. Снова. О, я бы надеялся, что они классные. Ну ладно. Опять ничего. Так, я могу прокачать? А давайте прокачаем. Такой ржет. Так, играть снова. Сёнчик. А, сейчас будет спать, наверное. Ой, я даже не знаю, у нас сильные враги или нет. У нас сильные тиммейты или нет? Я ничего не знаю. Кого-то я видел, а и немного видел. Потому что хвост загоражу. Так, ладно, я пойду вместе с вами оккупировать середину. Ну, вроде как они прям офигенные. Они прям оккупируют середину и мне отправятся. Так, я с алмазами буду тусоваться. Мне крайне неудобно. Ладно, ладно. О, все, все, не ушла. Она пошла... А, она пошла к себе спать. Так, ты пройдешь тут? Давай, я беру. А, не ударили, да? Все, давай, давай, пролазь. Я пролезла. Ладно. Ай-яй-яй. Так. А мне сколько у нас их? Так, нормально. Ах ты ж. Да иди ты к нам, алло. Я хочу тебя убить. Не получается. Нормально, нормально. Замена. Ей, победа. Ну, я не звездный игрок, хоть 100%. А я играть снова. Почему бы и нет? Гоу. Вы считаете, что у нас та же самая команда? Так, что происходит? Ай-яй-яй, больно. Что-то есть, но я не знаю. Я тут серьезно? Здесь вроде как кто-то был. Ладно, походу тут и правда никого нет. Ну ладно. Бу. У меня два алмазика. Ну, вроде как выигрываю. Ай-яй-яй-яй. Да, минус пушка.
Я не могу пойти и забрать эти алмазы. Я хиляюсь. Все, это хиляется. Хорош, хорош, убиваем. Все, выигрываем. Стоп, чего? Ну, заново отсчет идет? Странно, а почему? Заново отсчет пошел. Ай. Ну все, короче, новые, да, что-то немного заново отсчет пошел. Ну я хочу еще раз играть с этим челиком. Ну я, конечно, поиграл бы с ним, но я хочу. Нет, еще нельзя большой сундук открыть. Я жалко. Наверное, когда от звездный игрок, ты получаешь этот жетон. Больше у меня никаких предположений нет. Мы палимся, да ё-мо, ты нас палил. Ух ты ж. А да как? У меня были лаги. Ты мог меня убить. Но, слава богу, я майонет вовремя опомнился. Получай. Все, вроде немного отхилялся. Так, тут такой алмазик. Пиу-пиу-пиу-пиу. Что-то ко мне пристали-то, алло. Как-то так. Все, давайте, давайте, революция. Давайте! Да мы дали им фору, давай, 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 давай. Оккупировали середину, молодцы. Давайте мне 0 алмазов, я буду вас защищать, нормально. Давайте. Я опустил одного челика, вы уже с ним справитесь? Справились вроде как, хорош. Е-е-е, победа. А у меня еще плюс 2 алмазика. Где мои кубки? Я не понял, уже 560, сейчас 541. Я что-то быстренько их всех куда-то отправлю. Жалко. Ладно, давайте поиграем. Парное столкновение, там опять несило было, потому что много игроков. Так, и кто мы эти? Роза. Надеюсь, она роза хорошая, нормальная. Знаете, я надеюсь, что со мной будут всегда играть такие профессионалы, они просто хотят поиграть, ну, такую вот игру в парной, типа, ну, проверить, ну, как бы, хорошая мне тема дистанция или нет. Смотрите, пытаются встретить себе подобных, типа, вот. Ну, карта называется «Полет фантазии», я даже не знаю, ну, какое. Косточки. Гоу! И середина. Все, я спрятался. Тихо, прячемся, прячемся. Маму челика убили. Так и знал! Тихо, тихо, прячемся. Фух, роза, роза, пожалуйста. Я знаю, у него ульта, у нее. Давайте ульта против ульта розы. Нет! Нет!
Мне все из-за лагов. Это не помогало. Ну, мы в плюсе. Это главное. Нет, это не орел, это либо чел на гитаре, либо... Да, это чел на гитаре. Фу, поко. Еще один бонус у меня остался. О, вот это я понимаю. Поко, поко. У Ксюши есть этот поко. Наконец-то он у меня и появился тоже. Че ты сказал, лекарь? Ну, давайте поиграем. Заход кристаллов. Я буду себя хилять. Суперспособность это хилять, да? Вроде как, да, наверное. Кстати, я... У меня когда такие атаковали, они такие прям нормальные. Так, ну радиус я так и мне нравится. Во-во-во! Какой бешеный урон-то! Ну, конечно, хп маловато. Ну ладно. Так-так-так-так-так. Вау, непривычно. И сейчас я кого-то могу похилять, типа, да? Хилять? Так, ладно. Считаем, что это похилять. Хиляем. Да, это хилять! 2000 добавляю хп. Так, ну, урон вроде как топовый, но нужно посмотреть, сколько именно он наносит. Так, попытайтесь на кого-нибудь попасть. Сколько он урона наносит? Ай, больно! Что так больно-то? Пил! Ты ём... Уклонился. Так, сколько урона? Сколько? 660. Ну, я бы не сказал, что прям дофига. Мой чили, конечно, старый был лучше. Ну, ладно. Я могу кого-нибудь похилять. Ждем, ждем, когда кого-то можно будет похилять. Ладно, типа хиляю, держи. А вблизи сколько? Да столько же! А-а-а, зря, зря, зря! Я умер. Ну, как-то мне не особо нравится. 660 это мало. Мой чел столько наносил. Прям офигеть, мне нравится. Так, хиляю, нормально, нормально, беги дальше в бой. Так, хиляем. Ю. Конечно, он массовую атаку делает. Короче, все. Попробовал, мне он не особо понравился. Все. Он позитивный. Ну, Кюша талант быть этим челиком. А у меня нет таланта этим быть челиком. Зато у меня другой есть талант. Кстати, в том видео, которое не выложилось, она играет в Шерли. Ну или как я там, Шелли. Короче, что-то не особо играла она. Вот эти поку, то есть вообще не играла. Да ё-моё, я так и знал. Ты чё, не наивный чел? Чё, куда я сейчас стрелял? Прячемся, прячемся. Мне кажется, у меня как-то слишком мало хп. Ну ладно. Куда мой чел стреляет, алло? Кто стреляет? Больно. Прям под этот пошел. А, я мог суперспособность активировать. То, что я сейчас сделаю. Где-то тут суть. Ага, есть. Нет.
Он старался, залетел, стал там всех пытаться убить. Фух, ладно, еще раз поиграем. Хотя не выйти. Вот, вот это большая игра. Большая игра, а? Серьезно? Да, вот, да, вот эта уже штука закончилась. Большая игра, охотник. Чирята, а что это такое? Вот тут карту показывают, наверное, типа. Прикольно. Ого! Мне нравится! Могу даже стать с некоторым шансом мегабойцом. Мне нравится. Ну ладно. Через 4 дня вы что, занимаетесь, Оля? Ну, это скоро. Да почему так всегда? Все, туда я больше никогда не буду ставить. А я так знал. Прячемся. Ой-ой, за меня еще кто-то есть. Нет, ну чё? Ну чё творите-то? Где ещё один наш тиммейт? Вообще даже не знаю, кто ещё же наш тиммейт. Где была Шелли? Мне кажется, вообще Шелли бы всех быстренько загасила. Что-то мне подсказывает. Ладно, мы ещё раз играем. Шелли, она будет топить, наверное, в Гарганте. Или она просто хочет, я не знаю, измениться. Ладно. Вот такие лаги, нет, только ворвался сразу же из лаги. Иди отсюда. Ем, чем мне так все убить? Да, что с нашей командой, я не понимаю. В толпу собрались и гон, середину, алло. Чё с нами-то? Итак. Алло, тиммейты! Ку-ку! Гоу! Гон на середину. Мы можем лучше, я знаю, но мы какой-то фигней маемся. Знаете, что мы так можем фигней маяться, фигней? Я думал, я лучше здесь фигней маюсь. А нет, оказывается. Там, по-моему, я кого-то убил, а может и не я, не знаю. Да ё-моё, лаги дурацкие. Я ползу как улитка из-за инета. Так и опять начинает тормозить. Самый офигенный момент, он начинает тормозить. Когда я попёр, у меня уже столько алмазов. Я думаю, это наш тиммейт! У нас тупые тиммейты, сразу говорю. Они не могли подобрать алмазы, они просто маялись, стояли фигней. Понятно, мне все с ними. Не, ну, конечно же, свои-то они подняли, а мои нет. А, меня убили. Ладно, я пожалую. Ходим кубок и все. Даже никаких, ну, не знаю, штучек каких-нибудь не дали. Ладно. Наверное, пожалею то, что я это делаю, но я это сделаю. Роблокс.
Почему бы и в Роблокса поиграть? Наверное, я пожалею об этом, но ладно. Так, смотрим, кто из друзей в онлайн. Мэтт-Сити, тут пёсик. Чё, никто? Серьёзно? Да, ну... Реально никого? Ну, тут везде прям все новое, реально почти везде все новое. Жизнь. Чё это из Эманси? Ну, я вижу, это ужастик, но что это именно за ужастик? А, значит, за ужастик. Я помню, у меня, к сожалению, лагал. Ну да, что же он еще бы у меня делал? Конечно же, лагал. Ладно, давайте в Epic Mini Games. Что же еще? Epic Mini Games, потом может быть перестрелка с зомби. Это две вещи, которые мне не лагают. Так, нет, фу, по-моему, они там переписываются. Фу, не переписывайтесь. Фу, плохие. Чего они там играют? Походу, в какую-нибудь такую игру. А, понятно, что они играют. Ого, да-да-да, я не раз таких людей видел. Что такие за люди? С двумя этими. Не раз таких видел. О, кстати, мне вот этот челик нравится, он такой. Такой. Чего такие быстрого? О, она до финиша добежала. Я кофе пью. Ну, всех обнимать. Сейчас мы будем играть. Ну, я даже не знаю, что это такое за мини-режим. Только знаю, что это за мини-режим, но он мне не особо нравится. Стартуем. Тихо. Осторожно. Шары вы мне, другие шары мне мешают. Ай-яй-яй-яй. Нет. Так куда катиться? Вроде как. Да-да-да, уже близко к финишу, но 10 минут, секунд осталось. Успею ли я? Не, я не успею. Что такое тут дорога? Мне челик, который на самом последнем месте нравится. Еще больше мне ничего не нравится. О, тут мой факел понадобится. Чё тут у меня есть? Нет. Ну, с одной стороны, прикольно мини-жим, с другой. Ну и началось. Ай-яй-яй-яй-яй! Я не успел подпрыгнуть. С одной стороны, иди, но просто меня пугает, что прям все так резко передвигаться, и господи. Это даже мне не лагает. Не-не-не, ни в коем случае не лагает. Читер? Сейчас видели? Опять? По этим ходят. Тем, которые мне... Хотя... А хотя, может, и нет. Я не знаю, ладно. Типа, наверное, по синим нельзя наступать, а по... По синим можно наступать, наверное, а по белым нельзя. Наверное, так это. Почему его переливают? Ладно, я ничего не понимаю, но, по-моему, это были читеры. Я не знаю.
Скорее всего, я просто что-то не понимаю, как обычно. Что выбрать? Там для сколько робуксов? Мне уже не говорят. Чё мне не говорят, сколько робуксов? Короче, в любом случае мне не хватает. Точек. Так, мне нужно брать факел. Это турочку мне будет в рюкзаке, мне придется доставать. То есть. Много морок всяких разных. Так, мне кажется, нужно куда-нибудь подальше отойти. Мне кажется, если я отойду куда-то подальше, то именно, хотя мне кажется, там вот будет где-нибудь мой заказ. 34, я где-то видел 34. В той стране. Видел 34. 33, 36. Я уже все цифры понаходил, кроме 34. Но я видел, прям на нее, я помню, смотрел долго. Я слепой. Видел 34. Ай. Я помню, я тупо смотрел на 34. Такой, ай, ладно, пойду куда-нибудь. Только, не, мне кажется, где-нибудь тут ничего не будет, тут там все будет. А я ушел тупо от моей цифры. Я был себе уверен. Понятно. Только не эта игра, умоляю, нет. Тут я все считать, я проиграл. Ну, конечно, я постараюсь. Паркур. Все, я готов, сейчас пройду. Маздар, внимание, марш. Сейчас буду пройду. Хотя нет, я не пройду. Да ё-моё. Нет! Ну да, конечно, конечно. Как вы это все проводите? Хуба. Та-дам. Вот тут. Лол. Лол. Мне тут нравится. Ладно, пока встану. Я вернулся. Ууу, здесь самое главное, чтобы не залагало. А я сейчас буду залагать, поэтому я проиграю. А если я проиграю и не буду лагать, то... Господи, не знаю. На серединке появились облака. Теперь... Хорош. Потому что взрывная волна. Нет. Ладно, сейчас я минут. И опять стою на паузу. Серьезно, я успел? Вау. С скоростью света побежал в холодильник и взял пиццу. Пепперони. С мясом и с грибами я уже съел. Плохое предчувствие насчет этого места. Давай, и я успел. О, я успел. Е! Нам-нам. Нет. Посади меня. Ну все, короче.
всегда здесь не везло. Я надеялся, что сегодня повезет. Но нет. О! И срочно нужно все убрать. Где оружие? Какое-то оружие. Что это? Стреляют? По-моему, да. Ой, я его повалил. Что я делаю? Короче, я его убиваю, бедняжка. Они стреляют. Ладно. Это же меч? Пожалуйста, чтобы это был меч. По-моему, это не меч. Так, это мне уже хороший меч попался. Мы победили. Было это очень легко. Ого. А давайте Акап. Мне в друзья, по идее, не добавилось это место. Ну ладно. Все будет интересно. Бежим. О! Что я тут душу? Я боюсь. Фух. Фух. Нет! Фух. Душа. Ем. Оу, е. Так убегаем. О-о-о. Только что выживаем. О. Ставим на паузу. Ура! Я помню, я тратила рубаксы ради этой игры. После этого я очень давно ее не видел. Хотя, может, не в эту. Похоже, это все. По крайней мере, эту мордашку я помню. Эта мордашка меня не убьет, ведь верно? Ну, типа... Так, ангел вот это и вот это точно... А, нет. Это уже подвело. Ах ты ж. Вроде как милая. Ё-моё, и ангел тоже нас подвел. Ну хотя бы котик, ну хотя бы ты нас не подведи. Нет! Ой, я упал. Я тупо взял и споткнулся. Нет, котик нас тоже обманул. Котик. Ну почему? Это так легко, но я зафейлился. Ну ладно.
это будет эпичная игра. Здесь нужен факел. Гоу! Воу! Так, залазим наверх. Ищем последнего выжившего. Если он последний. Да, он был последний. Стоп, там, по-моему, вниз был спуск. По-моему. Но если там он был, то как я не заметил? Так, что тут? Оу! Чистый рандом. Самое главное. Тут нельзя прыгать. Это прям самое главное. Я люблю там, те места, там, где нельзя прыгать. О, что это? Как оно так делает, алло? Как ты делаешь? Все, она прям так идет, как будто бы она прям знает и знает. Как? Оу. Значит, нужно еще немного вперед. Может, еще вперед? Нет, ничего. Как ты делаешь? А мне кажется, нет. Да. Потому что я не пошел дальше. Ну, никто не выиграл. А ведь хотел пойти дальше. О. Ладно, я буду максимально пытаться выиграть здесь. Так, не понимаю, как я 285 винсов добился, если я что-то никак не вообще, в принципе, не выигрываю. А в дырке, по-моему, не конец, да? Да, не конец. Что же можно? Нет, что. Теперь можно, да? Да, да. Тихо-тихо-тихо. Нет! Не оставалось. Ладно, я пока поставлю на паузу. Короче, я решил поиграть в Unboxing Simulator. Да-да. Надеюсь, тут загрузка недолго и вообще не лагает. Вот. Лай. Фильм. Красивый. Так, мне говорят, куда-то идти. Если мне говорят, куда-то идти, то я иду куда-то. Так. Ну чё? Мне написано нуб. О! Я что-то ломаю, прикольно. Ломаю коробку. Я не убик. Теперь куда-то сам иду. Да я сам иду. Ладно. Да, иду. Ничего. Что за инвентарь?
Так, понятно, как отсюда выйти. Equip. And так, да? Угу. Ладно, я это долго буду бить. Это погорячился бить. Такие коробки. Не один дамаг. Какие тут самые крутые чилики? Ого, 11. Сколько денег? Ничего себе. Ага, ты могу покупать оружие. А, понятно, стоп. Нет. Где могу... Где я могу деньги получить? Вот, я про это. А, все, я понял, где я могу деньги получить. Все. Не могу никак тупо разобраться. Идите. Что тут? Что это такое? Типа, кто со мной, кто или что, я не понимаю. Ладно. Я ничего такого не понимаю. О! Я очки получил. Инвентарь. Эквип. Прикольно. Что тут? Оба-оба. Денежки. Прикольный симулятор. Главное, что он меня не лагает. Наверное, большая коробка. Монеточка. Хобана. Мне все больше и больше монет дает. Вот, круто. Быстро монеточки. Хорошо. О, сколько тут маленьких коробочек, Джек. Монеточка, вот что-то выпало. Меч выпал! Ура! Эквип. Так, все, у меня 33. Где тут? Ну ладно. У меня вообще должны были в самом начале меч дать, разве нет? А, я не знаю. О, у меня теперь 3 дамага, я сейчас заметил. Смотри, у меня теперь 3 дамага. Так, соберись, монеточка. Крутяк. Не, знаете, я что-то хотела купить себе оружие, но сейчас что-то немного перехотелось. Так, господи. Что бы? Я смотрю симулятор, потому что тебе не приходится. То есть можно там так вот нажать, и там он бьется, а мне как куда-нибудь что-то отойти, я не знаю. Прикольно. Мне нравится. Стоп, а сколько то оружие, на которое я пытаюсь накопить, стоит? Надеюсь, много. Сейчас постоянно паузу. Понятно, короче, плюс 1 дамаг. То есть плюс 2 дамага и там какая-то 1 секунда. Походу удар проходит 1 секунда, еще один удар и так далее. У меня типа тоже 1 секунда, да? Надо другое. Хуба. Там, по-моему, еще что-то выпало. Ну, наверное, мне показалось все. Куда я пошел? Ой, на эту. Мне нужно вот маленький. Что, я уже на средний могу? Шапка. Так, на что мне поменять шапку? На волосы, наверное. Эп, вот это эквип. Все, волосы некрасивые, вот шапка красивая. Что, господи, как я выгляжу. А, хотя мне нравится, как я выгляжу. Прикольненько это выгляжу. Ну да, давайте я на вот такие вот пойду коробочки. Ну вот, видите, уже на среднем могу. О, фреш анбоксер, то есть я уже не нуб анбоксер. Тогда я понимаю. Вот, что-то. Задание. Чем алмазы нужны? Там, по-моему, наверное, чтобы зачаровывать, и моя монеточка шла.
Скоро смогу мое оружие купить, которое я сильно хочу. Вот видите, который у того чела, который сейчас ходил на месте? Вот этот вот. Смогу тоже его купить. Ура. И пойду уже на такие вот коробки. На такие, которые я сейчас хотел пойти. О, мне даже показывают то, что я могу купить. Ладно. О, я 17 коробочек открыл. Потом. Ладно, челик появился. Здорово! Ура! Цепает, сколько стоит. Ну, кстати, так дороговато. Так, ладно. Нет, стоп, купить. Там купить. О, все, купить. Ура! Ой, все, мазу. Лучше. Еще шикарно. Спасибо. Чего алмазы нужны? Подождите. Пэтс. Питомца как получить? А, что-то там. А, я не знаю ничего. О, магазин, стоп. А, это магазин. Я ничего не понимаю. Так, ладно, давайте попробуем на вот такую большую коробку. Ну, кстати, нормально. Ладно, давайте постоянно на паузу сейчас тут зафармлюсь. Короче, сломал я эту большую коробку, и посмотрите, я получил денежки 3-го левла. Давайте берем меч. Хотя... Ах, я даже не знаю. Ладно, да, уберем меч, мне он не нравится. И возьмем денежки, да-да-да, шикарно. Ого, у меня теперь атака 11, шикарно. Оба, я уже тогда и бил еще один. Еще одну коробку, шикарно. А ну-ка, маленькую коробку. Все, я считайте теперь про. А я про. Стоп. Ну что, с одного удара? Что же? Ничего себе мощный. А эту коробку? Ну, это с чильком. Ну, вообще я могу... Вот, без чилька. Ну, нормально так. Все, я доволен. Так, давайте тут маленькие коробочки уничтожаем. Хотя, по 4 это мало, зачем их уничтожающие? Ну ладно, просто их много. Чел, я зачем-то тебе помогу. Че, отнимаю коробку. О, у меня достижение какое-то, я теперь бокс, китер. Что? Короче, как так. Да, до новой локации мне еще долго. Мне что-то новое, по-моему, появилось, нет? И тут был восклицательный знак. А, шапка 3-го левела. Давайте уберем. Вот это вот, нет. Вот это вот. И возьмем точно такую же шапку, только лучше. А, не-не-не-не, я не то сделал. А, теперь все. Все правильно? Ага, да все правильно. Так, задание. Выполняем. Что, 5-й левел? Тут что, левелы есть? Что, было написано 5-й левел какой-то. А, типа, 5-й... Ничего себе, это же подарочек для меня? А, давайте. О, сколько же дня, ладно. Это подарочек для меня. Так, 11. Хорошо. Хобан. Давайте, почти, ну чуть-чуть осталось. Монеты! Ого, сколько! Это мне нравится. Я доволен. Еще вот отсюда получим. Вау. А то новое оружие, по-моему, 900 стоит. Либо 900, либо 500. Ну, 900. Не, если 500, если 900, то я накоплю на этот. Лучше на новую локацию. Наверное. Ну да, лучше на новую локацию. Так, что-то я тут нашел. Очки. Какого левела? Да, я так и знал, 3-го. Эквип. А, нужно сначала снять. Потом одеть. Сегодня тебе еще 3-го левела. Прикольно. Такой ты медленный. Хочу, чтобы я был быстрее.
Ого, он, кстати, быстрый. А я хочу тоже быть быстрым. Да, 100-900. Так, какой тебе? Вот, все. Он что-то весь в яичнице ловит. Ого, у него еще питомцы такие толстые. А, я, по-моему, вспомнила, как питомцев можно достать. Это не на этой локации. Подарок! А тут есть еще или нет? Подарок! Нет. Ну и ладно. Ой, куда я пошел? Уже ломать эту коробку. Хуба, хуба. У меня еще денег было. Прикольно. Я точно не помню, но, по-моему, следующая локация... Ого, я эту шляпу знаю. Она же хорошая, да? А, второй левел. Фигня. Там, по-моему... О, там вроде как есть зачарова... Ого! Вот этого я не знаю, что это такое? Это, походу, больше пятого левела или что, я не знаю. А, не, наверное, меньше. Второго. Мне нравится. Я даже хочу примерить тебе. А, да. Ладно, не буду себе лучше мерить. Мне лень стал резко. О, да-да, эту коробку нужно сломать. Да, не. Я зачем? Сколько весит лол? Какие-то? Это лол, там задание по этому. Brawl Stars. Я проверяю вот эту вот штуку. Ну, там... Ну, смотрю, короче, сколько места. Что если будет критическое мало места, то нужно заканчивать видео. Вы знаете, у меня там... Ну, я видео... Ну, я говорила о видео, которое мне там не выложилось. Вот, не может выложиться. Вот, и как бы оно много места занимает. Следим. Так, у меня скоро 1000 будет. Ура. У меня уже 900. Крутяк. Ура. Копим на новую локацию. Там, по-моему, но это не точно, будет такой большой сундук, и там много денег. Надеюсь, там будет настолько много денег, что я смогу купить новое оружие. Я, конечно, это устраивает, но... Так, шапочка, я ее знаю. Она, я не знаю, хорошая, нет. Так, и она третьего левела. Чтобы мне ее заменить. А, наверное, ни на что-нибудь. Все, у меня 1000! Крутяк! Подарок. Давайте сначала еще подарок сломаем. Подарок. Бой. Все, подарок. 1000 жизней. Ждем. Ну что ты сюда пришел? Ну ладно. Это в подарок. А подарки вот. Еще один подарок. Что-то мне... А, стоп. Все, открылся этот подарок. И идем на новый подарок. Собираем тут все деньги. Еще на новый. Я на него тут забрался. Давай. Еще один подарок. Я его начал ломать. Давай вместе его ломать. Так, а кто тут тусуется? Понятно. Куда я, куда? Куда я пошел? Нормально еще? У меня уже почти 1500. Сейчас, наверное, сломаю подарок, будет 1500. Так. Да, 1500, 1500. Ой, два задания выполнил.
О, какой-то пятый левел. Наконец мне штука пятого левела выпала. Так, где она? Нет, это что-то другой пятого левела. А, не-не-не, вот-вот. Вот что мне выпало. Какой... Так, я же её надел или нет? Все. Пятого, третьего, третьего. О, все, шкан. Так. Уходим отсюда. Все, подарков, надеюсь, больше нет. Надеюсь, что больше нет, господи. Что-то мог сказать. По-моему, там подарок появился. Нет? Вроде как нет. Все, скорее валим на новую локацию. Так, надеюсь, там есть большой подарок. Да! Купить! Фу, я не хочу ничего зачаровывать. Или там питомцы. А может там то и то? Не знаю. Оу, е. Хобана. Оу, е. А сколько стоит скид? Ну просто так хочется узнать. А, понятно. Все узнал. У меня 3000. А там сколько? Ничего себе, как много. Я думаю, там, не знаю, 10 тысяч. Что тут? Издеваетесь? 85 кусков. Это много. Ну, ладно. Так, что тут по заданию? О, алмазы. Инчан. Ну да, для зачаровки. Так, что у меня зачаровка? Мне кажется, еще рано зачаровать что-либо. Поэтому... Думаю, как отсюда выйти, лоу. А, все. Фух, нет, я еще раз не топясь. Так, посмотрим. Справляется ли мой тут молоток? Ну, это то же самое, что большая коробка, только маленькая коробка. Короче, не справляется. 80. Ну, кстати, хорошо. Ладно, идем за нами. За нами наружу. Мне нужно новое оружие. Предоставьте мне, пожалуйста, новое оружие. Бежим, чтоб я же мог тпхнуться. По-моему, ладно. Ничего страшного. Все, я почти дошел. Фух, наконец-то я дошел. Так. Серьезно? Угу. Ой. Пить. Да, по-моему, ачивка. Да, ачивка. Так, нет, все. Купил. У меня 57 атаки, ничего себе! А ну я хочу атаковать этот большой. О, человек тоже такой же, как у меня. Она его быстро уничтожила. То есть это получается... Это получается как-то. Так получается. Короче, я запуталась, я сейчас буду кладить какую-то фигню. О, это челик вот такая вот... Капюшон, мне он тоже есть. Так, кто тут есть? Такие челики. Крутые. Ладно, давайте сломаю. Во! Во! Вот это нормально, понимаю. По-моему, 4 удара, по-моему. Это, скорее всего, не 4, но... Самон. Что это такое, короче? 8-й левел! Мне нравится. Так. Ну, что-то снять. Прощай, шапка! Ты была шапка мне как дуло. Ладно. Энчан тут, кстати, написано что-то. Вот, походу, что это такое за кнопка.
Так, ну, в принципе, 85 тысяч, как тут написано. Я думаю, я смогу накопить. Во, какой-то ключи ходит. Бензин за рыбой. Что это? А, просто бензопила, наверное. Что-то ломаю. Стоп, я как-то быстро ломаю, нет? Давайте пойдем на более большие. Даже больших маловато, я бы сказал. Вот тут одна строение стоит. Среди много маленьких, которые я сейчас тоже буду подкрывать. Ну и чё? Ну, кстати, так быстренько. Ого, массовый тут, серьезно? Вот это везение. Три удара и все. Шишка. О, мне даже что-то выпало, серьезно? Прикольно. Вместо денежек. Хаба-хаба-хаба. 8-8-3. Ого, с двух ударов. Хоба-хоп. Я даже, по-моему, не бил. Мне прям нравится. Смотрите. Хаба-хоба. Я обожаю. Опа, она еще что-то выпала. 8-го левела? 8-го левела. Мне нравится. Все, 8-8-8 у меня тут все. Ну, все вот эти большие как бы открывают, поэтому остаются только маленькие. Кстати, я нашел средние, тут сейчас вижу средние, если можешь к ней пойти. Как-то монеты не пропускаю, нет? Так, что тут у меня? Тут ничего такого. 4000 еще. Ой, сколько. О, стоп, стоп, что-то выпало. Здесь это что-то крутое. И это... Нет, не круто. Не знаю, хочу белый шлем оставить. Что такое снять? Давайте вот огонь снимем. Он, конечно, классный, но... Прости. Я хочу посмотреть, как я выгляжу. Ого. О, мне это нравится. Давно я не видела, как я выгляжу. И что у меня там еще на мне одето? И вот такая вот штука. Что еще одето? Вот такая вот штука, да? Да. Короче, все лед. Не все ледяное. Я сам лед, смотрите. Все мне прям нравятся. Такой классный, прям на голове один, все такой синий, один лед на голове. Я 145 урона нашел, ничего себе мощный. О, это же классно, нет? Ну да, так себе. Очень круто. По-моему, когда еще, мне кажется, ли, если я еще сам тыкаю, то это еще быстрее. Нет, мне просто кажется. Там подарок. Наконец-то. Что-то нормально. Вот этот маленький эти добываю. Не, сколько здоровья. Ну, кстати, так более-менее нормально. Может, пока задание выполнять. Ладно, нужно стоять на паузу. Я уже... Гип-гип, ура! Это прям очень хорошо, то, что как бы никто твои деньги не может собрать. Как бы у каждого свои деньги. Мне это прям нравится. Нет, все большие пооткрывали. Ну, ладно, буду маленький тогда открывать. Большой заспавнился. О, там, кстати, этот подарок. Ну, я пойду, пожалуй, на большое. Да, ладно, я уже вас понял. Пойду тогда на подарок. И опять на паузу стать. Чего? Нормально вообще? Честно. Мне 10к. Офигеть. Так, ну это вообще реально дойти так. Сейчас очень много денег. Жесть. А сейчас с этим большим мега-сундуком вообще шпана.
У меня, кстати, что-то новое в инвентаре, короче. Да вроде ничего нового нету. Ну ладно. О, у меня алмазик. О, чуть-чуть. Прикольно. У меня такое же ледяное есть. Прикольно. О, большие. Поломаем. О, нет, 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 нет. Мы еще все испортили. Короче, понятно, вот эта вот бензопила, которая вот он, там вот у нее, она прям мега мощная, прям видела. Она сейчас прям все быстренько, потому что подарки там быстро, наверное, открывают. У меня уже две новые вещи. Ну да, так я и понял. Они не крутые. Как бы раньше были бы они для меня прям... Я крутая, а сейчас, ну, так. Кстати, у меня звание не поменялось, к сожалению. Жалко. Я бы хотела себе новое звание там какое-нибудь. Среднее давай попробую открыть. Хобана. Хобана. Открываем. Сколько там? 3 минуты и появится большой сундук. 3 минуты и 53 секунды в последнее время я смотрела. Сейчас уже меньше. Чего? Провизор. Нормально меня куда-то вообще отправили? А, теперь я мог зачароваться? Не-не-не, я не хочу. О, деньги ко мне. Опять это визор. Нет, фу, плохой. Че? Станет меня. Почему не говорит зачароваться? Вы мне не указ, отстаньте от меня. Хобана, хоба. Там появился этот, нет? Ну ладно. Буду рядом с сундуком ходить. Да ё-моё, опять то визард! Встань от меня! Доел! Не верится... Мне не верится, но походу я сейчас прям полностью сам сломал вот эту вот большую коробку. Почему-то хочется сказать кейс. Встаньте от меня. Ура! Шикарно. Да... Чё ко мне пристали? Ой, еще один появился. Ладно, я пока что поставлю. Там чел ломает подарок. Думаю, что-то за меня зелено было. Скоро там появится этот сундук. Знаете, у меня такое ощущение, то, что нужно новое оружие. Это реально. Мое оружие, оно прям ни о чем. Да, по-моему, 1 минута и 2 секунды, что ли. Ну да. Несколько секунд осталось. Шикарно. Нет, я хочу сам сломаться. Ну ладно. Прямо чел так долго ждет вот этот вот сундук. Да не, я не буду копить на этот вот карту. Но нужно копить на оружие. Вообще капелька осталась. Ладно, все, пора.
Ура, этот чел дождался. Что-то не идет. Ну и не иди. А, сколько денег? Меня заливает денежками. Жесть. Все, шикарно, я доволен. А я не знаю, ты пахаться мне идти? Ой, ладно. Пойду пешком. Мне нужно прогуляться. Не дойду. Ну как вот такие быстрые-то? Ну, конечно, знаю, там за Робекс. Сколько там скорость стоит, просто ради интереса. Я не знаю. А, вот. 44, прикольно. Ну, как дороговато, но все равно кто-то купил. Ну, что это яйца летают? Ну, нет. Это шарики. Какого цвета? Мне кажется, здесь сюда шарики не это. Как не особо. Гы! Троллфейсы. Господи, вот это вот просто тупо моя копия раньше была. Верится, что я так быстро развиваюсь. Ну, вообще всегда быстро развиваюсь. С одной стороны, быстро, с другой нет, я не знаю даже. Вот, и мне, по-моему, показывают, что я могу вот этот офигенный меч купить. Я дальше могу, да? Да, вот этот я прям видел. Человек был такой меч, он прям мощный. 291 этот. Гляньте, как я выгляжу красиво. Ну и на этом я буду видео заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.